Всем привет! На календаре уже почти выходные, а значит, время разбираться, как их лучше всего провести. Что интересного подготовили в Самаре на этот уикенд, узнаем прямо сейчас. В художественном музее открылась выставка картин Валентина Пурыгина. Ее приурочили к 95-летию со дня рождения мастера. Валентин Пурыгин – один из тех художников, который помимо внешней красоты города увидел его внутренний драматизм. Посмотреть работы можно до середины ноября. Сегодня вечером в «Стрелка Холл» покажут современное искусство. «Прятки» – это выставка-диалог, где абстрактная живопись тесно переплетена с фотографией. В каждой работе скрыт общий элемент, который зритель легко найдет, если внимательно присмотрится к деталям картины и фотографии. От традиционного джаза и блюза до фьюжена и нео-соло. В это воскресенье на Ленинградской 77 дадут концерт самарские музыканты совместно с исполнителем из Санкт-Петербурга. Спектакль «Пробежка» состоится в эти выходные. «Берег Вавилона» – так называется само действие, принять участие в котором смогут как профессиональные спортсмены, так и новички. Главное – поудобнее одеться и взять заряженный смартфон с наушниками. В пятницу вечером на сцене театра «Самарская площадь» покажут спектакль «Фэншуй» – любовно-детективная комедия о браке и измене. Сюжет, построенный как детектив, держит зрителя все время в напряжении. В то же время легкий тон и острый юмор делают спектакль легким для зрительского восприятия, оставляя приятное послевкусие. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!